Преподаватели 4 детских школ искусств города Видное, поселков Развилка, Горки Ленинский и Володарского встретились, чтобы подвести итоги учебного года. Первым делом отметили успехи развилковской ДШИ. Учреждение стало финалистом конкурса лучших сельских школ искусств страны. Среди нескольких тысяч школ в России, а в Московской области где-то около 240 школ, вот две школы вышли. Городская, номинация городской Химки и в номинации сельская Развилка. Так засветиться на всероссийском уровне – это многого стоит. Спасибо. В ходе конференции работникам культуры вручили более 20 наград различного уровня. Трое преподавателей были удостоены знака главы Ленинского городского округа. Высокую награду получила преподаватель школы искусств поселка Развилка по классу фортепиано Тамара Белиевская. Она трудится в учреждении со дня основания, а ее ученики стабильно занимают призовые места в конкурсах. Также знаком главы округа наградили заместителя директора Видновской ДШИ Ольгу Перфильеву и преподавателя теоретических дисциплин школы поселка Горки Ленинские Елену Пыхареву. Очень приятно получить эту награду, потому что в детской школе искусств я работаю 28 лет, а до этого я просто не училась. И после первого курса пришла работать в свою родную музыкальную школу. Поэтому, конечно, эта награда такая очень ценная для меня, и очень много проделано было работы, и, конечно, приятно получить было эту награду. Кроме того, преподаватели детских школ искусств получили 7 наград от народных избранников муниципалитета. Поздравила почетных педагогов заместитель председателя Совета депутатов округа.